Всем салют, с вами Каюки, это я сделал такое короткое видео насчет спонсорства на ютубе. Вот, например, есть такие ситуации, вышло много трансляций, и я их еще пока что не выпустил. Вот сейчас готовятся трансляции Джаба, Новелла, там Джонни Хавева и Арни был. Вот, видите, загруженная трансляция, но ничего не опубликованная, потому что ждет, пока YouTube будет ее там одобрить, или она подходит, или нет. Также вот трансляция Джон Хавева и Арни, и только спонсоры сразу же смогут ее смотреть, а не ждать, когда YouTube их одобрит. Ну и так далее, например, там с любыми другими трансляциями так же само. Также еще от меня там будут плюшки, демки всякие буду скидывать. Ну все самое интересное, так что выбирайте себе, что подходит вам. И давайте с вами сотрудничать, и будем вообще крутыми друзьями. Также тут вы услышите новые демки, новых треков. Я и ты, там цитрину, ТБ, я с братом. Сядем всі ми великий шаттл. Так я зможу вас всіх зібрати, щоби вкотре вам розказати. Ти не шариш і нічого не знаєш, кого біфи питаєш, бо нічого не знаєш за майота. Не шариш і міршимір питаєш, ти мене пробиваєш, бо нічого не знаєш, нічого. Дріл треки. За моєю спиною ще один день, і він не був дуже добрим з тобою. Ще один день, і він як мить промайне та згасне. Ще один день, і знов не стих, знов не стих все часно. Ще один день, буде як всі, мене завжди вчили, але я чомусь вийти за рамки. І просто помогіть купити мені діл, такі як Майя, так, бей, 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 бей. Такі як Майя, так, я хочу купити собі діл. Такі як Майя, так, я хочу купити собі ті, такі як має янтар.